прибыли мы из Сергиева Посада. В Сергиев Посаде не видели, зато на Ярославском вокзале нашли лавочку с местными сергиевпосадскими всяческими напитками и выпечками. Вот, иван-чай с мятой и имбирем. Ну, пахнет так. Собственно, имбирем, кстати, преобладает запах имбиря. На самом деле вкусно. Не слишком сладко. На чаек похоже, как бы сам завариваю, только он немножечко газированный. Ну да. А так мята чувствуется слегка, лимончик. Собственно, сам имбирь и вот иван-чай. Нет, лимон, сахар чувствуется. Хотя, может быть, вот этот сладкий привкус дает сам иван-чай. Не-не-не, там сахар есть в составе. В принципе, отлично. Для удаления жажды. 50 рублей. Я думаю, в Сергиев Посаде дешевле, но...